пацаны, по ходу игра года. Нормальная яркость, пацаны, отвечаю. Из пещеры в эту игру играть лучше всего. Главное, я подошел, поздоровался, а меня вдвоем пинать начали. У чела еще и месячные пошли в процессе. Папа вообще от стресса с крыши упал. Когда она показывает на меня пальцем, так стыдно, если честно. Вроде мило беседуем, только я достаю лом, у них крышу сносит. Наверное, куда-то его засовывали, вот и психологическая травма. Это самый жестокий вайн этого года. Чел чё-то женского тела испугался, но я подошел и у него все прошло. А говорите, раньше инсулов не было. Продал мне лом. Через секунду кричит: «Слышь, брось это говно, чисто барыга от бога». Боже, как же я возбудил ее своим ломом, а если бы волына больше была, страшно представить. Эй, свали-ка, ублюдок. Честно сказать, мать из вас так себе. В наше время женщины в стене застряют довольно часто, времена уж такие. Главное, он волыну в руках держит, а свет откуда-то из писюна идет. Хоть я в фонарь не попал, он меня увидел и сделал предупредительный в голову, после чего потерял интерес. С респект таким, нифига там слуху парня. Только я начал ебать ящик, он меня услышал за 3 километра. Здесь все жопой слышат противника. Только я расчехлился, он сразу обернулся, что это магия, или жопный телекинез. Читенько сдох, прилег на бордюрчик. Игра реалистична, говно не тонет прям как в жизни, ща я вам покажу, как реальные пацаны на кортах разборки тащут. Нанял громил, поговорив с их спиной, нанял каких-то призраков на службу, уже могу через них проходить. Страшно представить, что бы было, если бы я им не 100, а 200 баксов дал, чего-чего, обобща, я никак не ожидал встретить в туалете о смысле жизни задумался. Стоило мне сказать, ты кусок дерьма, рандомному челу в туалете. Он сразу отдал свои ключи от квартиры, если бога нет, то кто телепортирует моих кентов? Пока я сидел 2 часа в баре, он так и продолжал загорать на солнышке, чисто прогуляться поц любит. Один мой кент случайно выстрелил в жопу другому. Топ-10 предательств в аниме. Может, конечно, и не случайно выстрелил. Покажите мне бандитов, которые в 21 веке не любят своим кентам в жопу стрелять. Украдет. Да не зря отдал $100. Они их честно отработали и прожили целых 30 секунд. У этой собаки доллара не оказалось. Минус балл к реализму. Заагрил тёлку, ее прибежал чел защищать. Она в благодарность ему в жопу настреляли. Все как в жизни. Папа опять по мухоморам угорел. Пришлось всей семьей успокаивать. Вот это я понимаю, семейные застолья. Челу норм, я вижу. Одни застряют в стенах, другие в стульях. Напишите, к какому типу пернатых относишься лично ты. Весы в квартире, наверное, директор рынка. А ну свалил отсюда. Глухой вздох. Че стряслось. Неразборчивые бормотания и кашель. Ну я и добил бедолагу, чтоб не мучился. Профилактика лоховируса правительство рекомендует. В наше время женщины у холодильника только и стоят. Теперь лежать будет. Как Тарантино пишет свои диалоги. Слышь, иди в жопу, говно. Из бомжатника ты выберешься только на байке, что стырили крысы. Крысы уже байки научились стырить. Прогресс не стоит на месте. Ты как большевики боролись с нищетой. Молодой! Модную жилетку нашел, вошел в суперпозицию 10 из 10. Перед нами игра года. Украдет! Молодой!